7:05, всем доброе утро. Сегодня у меня два тоненьких кусочка хлеба и икра. Красная, написано на банке, горбуша. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного всем аппетита, хорошего настроения. 7:10, всем доброе утро. Мой завтрак. Очень понравились мне яйца фаршированные, печенью трески, поэтому я себе вот так по-быстренькому делаю. Делается очень легко, 3 минуты потратить, но зато посмотрите, какая подача, блюдо как вкусненько выглядит. Можно было как раньше положить сверху, но мне что-то понравились варианты именно с фаршированным, оно более насыщенным становится вкус. Чашечка черно-зеленого чая. И немножко хорошего настроения. Всем доброе утро. У меня сегодня необычный завтрак. Овсянка, хлопья, отварные, варенье персиковое и масло сливочное. Смотрите, что у нас получается. Овсянка, хлопья 30 грамм, 109 килокалорий. Повидло персиковое 20 грамм. 52 килокалория, сливочное масло 4 грамма, 27 килокалорий. Получилось белков 3,6, жиров 5,2, углеводов 33. Это 188 килокалорий, вот такая порция. Сюда не мешало какого-нибудь белка добавить? Не знаю, какой сюда белок можно было бы добавить? Ну, можно кусочек сыра съесть. Ну там жиру много. Ну, жирность большая. Не знаю, ничего не буду. Вот съем такую разгрузочная порция маленькая. Да, если бы я без варенья бы ел, то сюда можно было бы что-нибудь положить. Овсянку белковую. Там, курочку, рыбку, еще что-нибудь. Хотя что это рыба с овсянкой, не знаю. Захотелось мне персикового варенья, поэтому отварил себе кашу. Попробуем. Надо было для калорийности не 4 грамма положить, а грамм 8 маслом. Кашу маслом не испортишь. Оно было бы калорийное. А ну, давайте посмотрим, насколько бы изменилось. Так, сливочное масло не 4, а 8 грамм. Окей. Окей. Ну, было бы 216 килокалорий. Тоже нормально. Да. Я сейчас уже не буду снимать. Побегу, еще добавлю. Это ложечка чайное масло. Приятного всем аппетита, хорошего дня и настроения. 7:05. Всем доброе утро. Сегодня на завтрак у меня 2 яйца отварных. И маленький кусочек хлеба, на нем получается творог с чесночком, огурец и бурьянчик в виде укропчика. Вот такой вот красивый вкусный завтрак. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного, всем аппетита, хорошего дня. 7:00, всем доброе утро. Сегодня у меня вот такой смешанный завтрак. 2 кусочка хлеба, тоненьких, маленьких, 1 яйцо, яйцо домашнее, отварное пополам, и 1 отбивная с ткемаль, укропчик и петрушечка, чай черно-зеленый без сахара. Приятного всем аппетита, хорошего дня и настроения. 7:00, всем доброе утро. Сегодня у меня по привычке чай черно-зеленый, без сахара. И 2 кусочка хлеба с сыром сулугуни в духовке. Я прогрел, вот он растаял. Немножко украсил зеленью. У меня была вяленькая, но все же зелень. Вот такой вот завтрак. Приятного всем аппетита. 7:00, всем доброе утро. Сегодня на завтрак у меня просто творог со сметанкой. Не добавляю ни сахара, никаких подсластителей. Можно орехов немножко добавить, каких-нибудь грецких, например, полезных.
Ну, сахар не стоит. Научитесь кушать творог вот так вот, со сметаной. Очень полезно и вкусно. Чаек травяной у меня сегодня. Вот такой вот вкусный, полезный, настоящий полезный завтрак. 7.05. Мой завтрак. 2 яйца в смяточку. И 3 кусочка тоненьких сулугуни. Чай черно-зеленый без сахара. Очень полезный, вкусный и сытный завтрак. Быстро и с толком, как говорится. 7.10. Всем доброе утро. Сегодня у меня кашка ячневая. И ложку я варенье положил туда. Варенье персиковое. Очень вкусная будет кашка. И чашечка черно-зеленого чая. Без сахара. Приятного всем аппетита, хорошего дня. 7.00. Всем доброе утро. Мой завтрак. Сегодня 2 яичка отварных, они в смятку у меня. 3 тоненьких кусочка сыра голландского. И сельдерей по-корейски. Вот такая вот кучка. И для красоты, и для вкуса. И сегодня не черно-зеленый, а черный гранулированный чай захотелось мне. Вот так. Вот такой он красивого цвета. Без сахара я его. Приятного всем аппетита, хорошего дня, удачного настроения. Или не, удачного похудения. Ищите нас на ютубе под хэштегом Жирукопять. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.